Внешний вид, поведение или манера ведения разговора – даже такие, казалось бы, мелочи могут спровоцировать агрессивное поведение. Не раз в социальных сетях появлялось видео об избиении подростков. Причины для драки находились порой самые необычные. Даже сказанное не впопад слово может спровоцировать серьезный конфликт. В 2018 году ситуация ухудшилась. В феврале уже зарегистрировано несколько случаев именно детской агрессии. На днях в социальной сети появилось очередное видео. Драка произошла в городе Рыбное. Агрессором здесь является девочка. Об этом можно судить по записи. По словам участников, драка произошла из-за того, что мальчик оскорбил ее знакомых. По факту избиения юноши полиция начала проверку. Личности участников драки уже установлены. Отделом МВД России по Рыбновскому району проводится полный комплекс мероприятий для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего. Сотрудники полиции опрашивают как учащихся, так и их родителей. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Эксперты выделяют две причины детской агрессии. Это подобное поведение у членов семьи и непоследовательность родителей в обучении детей правилам и нормам поведения. Говорить о том, что виноваты только родители, неправильно. На ребенка влияет и его окружение. Люди, с которыми он общается, передачи, которые смотрит, книги, которые читает. Совсем недавно в селе Шумыши произошел похожий инцидент. Ученик младших классов ударил другого стеклянной бутылкой. Родители рассказали, что случай этот уже не первый. Психологи утверждают, что при работе с детьми надо быть максимально аккуратными. Они запоминают все слова и поступки. И именно от родителей зависит то, какими они вырастут.